Следующий мотор. Мотор X13 без колодки. Вернее, колодка находится внутри и уже идет он с проводами. Такой же принцип работы. Здесь есть диаграмма, на которой написано, куда подключается горячая линия высоковольтная и какие скорости отвечают за... На какие разноцветные провода, красный, оранжевый, голубой, желтый, серый, грин, надо подать 24 вольта. Соответственно, мы уже на него подали 120. И нам осталось просто подать на него 24 вольта. Мы, допустим, подаем на красный. Красный является скоростью М3. Это какая-то средняя скорость. Замыкаем. Мотор, как мы видим, закрутился. Он сейчас еще находится без нагрузки, хотя уже вот равномерно работает. Отключаем. Мы проверяли до этого красный провод, проверяем желтый, который у нас отвечает за практически максимальную скорость. Опять-таки мотор раскрутился, крутится. И в этом случае мы приговариваем контрол-борд. Все элементарно просто.